Так, тут, походу, КД-то нету. Смысле? Ну, у меня трэш стоит. Какой? У нас десятка стоит вообще. Ты ж лидер, я не знаю. 25 Ну, герц. походу, Геру не Выйди. поставили. Выйди с инста, поставь Геру. Пробуй, ставь Геру. Заходи. Давай. Трэш мог резнуться. Главное, чтобы Не, босса там кинул. порталов не было, понял я, поэтому... По порталу смотри сразу, да. Чего? Вы не являетесь членом группы. Вы не являетесь членом. Да. Давай спать и выйди. Я выйду спать, и ты. Мне тоже спать и выйти? Да, ты выйди, и я выйду. Собирал изначально человек с КД или нет? Нет. Не тупите. Император, давай. Если без КД собирал, то вот такая срань будет. Если с КД, то все нормально должно быть. Пати мне даешь, я вот прыгаю. Что надо одевать тоже, да? Угу. Че, с пати типа? Да, император, давай, давай, давай. Заходи, проверяй. Как там ник друида вот этого был, который... Сейчас его выйду. Заходи в данж, проверяй. Вот теперь сейчас все нормально. Сейчас посмотрю портал. Все, найс. Все найс. Давай дальше остальным пати раскидывай. Так, Миша, про пати. Кто там еще был? Шансунг. 7 из 11 принимать, да? Угу. И еще кто-то один был. Кто? Шейпер ливнул. Один у вас был Дедмент или что-то типа того. Да, паладин был Дедмент. Где он тут? Сейчас. Короче, можем и без него, это роли не сыграет. А погибели ты где? Пошли это на балконе. И потом с библиотеку. Урна, если что, у тебя есть с собой? Шансунхи. А я с библиотеки не приду? А нет. Смысл там нет в библиотеке идти? Бля, и что делать? Давайте со мной. Кто-то один со мной на самой. Это вы на вход инста будете со мной, да? Чулан, угу. Давай со мной еще. Ой, ну зад и... Друзья. Тут копыта мертвая или нет? Дискорд, да, еще? Нет. А, Дискорд, что ты, блядь? Дискорд услышал. Нужно подойти поближе. Пан тут. Пан с нами хочет? На второй ход пошлите. Второй вход через верх. Куда? Где это? Это наверху. Пошли, пошли. Мы сразу это к залу подойдем. На второй. Ты на себя дай метку. Кто это бежать? В дом вот этот заходишь, там будет лестница наверх, 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 наверх.
Микстурыч, там копыта мертва, наверное. Петрук, ты зашел в этот дискорд? Еще раз, все, что... Копыта мертва? Да, тут там Молчазар, погибель опера. Все. Угу, понятно. Сейчас погибель убиваем, но там может быть... КД... Да, КДш продлено. Какой-то из дней попробуем убить Молчазара. Кому нужен? Куда тут идти? А, сюда идти ж, да, по-моему? Да, наверх. Сумолыш. Да я танчу. Кто-то убил Сансунга. Капец, я думал, там мобы не такие толстые тут. Где царь? Есть связь у кого-то с ним? Ну, он сидел сегодня и уже не сидит. Сесть мы все успеем. Ну, плагин-то в Аркримаре. Как? Блядь. Он что, дрочит? Всех сумонишь и не дрочит. Да, сейчас еще... Попробую ему в ВК написать. Напиши, я бы лучше этого царя взял бы. Потому что там от РДД больше профита идет. Не, он 2 часа назад снял в сети. Я понял. Ну. В следующий раз, значит. Что, тут трэш какой-то есть, не? Нет. На 8. Все, на балкон вот этот идем. Сейчас я расскажу, как я его водить буду, что вам делать. Макросы на снятие оружия сделали, милики. Че, ну сложнее Молчазар? Угу. Ну как? Серьезно? Как сказать? Ну, если тактику не соблюдать, любой будет сложный. Начнем с того. Челан тебя выкинуло, да? Экран смерти. Да на винду перестанавливать мне некогда. Подожди, у тебя что? Уже неделю. Неделю мозги ебет. Я на ноуте такая все хуйня. Думаю, когда, все некогда. Не, ты мне ответь, у тебя XP-шка, что ли? Потому что я на семерке, ну вот я ни разу этот экран смерти не видел уже. Семерка, восьмерка. Я там просто есть. Винду последний раз перестанавливал 3 года назад. У меня здесь такого говна на компе. Я давно хочу все снести. Семерка у меня стоит. Тут, скорее всего, не туда идем втроем. Куда вы пошли? Ну вот смотри, мы, короче, наверное, смотри, смотрители идем. Мне кажется, это не та дорога. Вы из двери выходите и идете налево. Алло. А вы куда побежали? Наверх по лестнице.
Да, клоуны, короче, за императором мы побежали. Император Сусанин херов. Этот балкончик, блядь, все время путаю. Ну, давайте макрос снять. Или можно просто без пустоять. Давайте отрежем Сусанину ногу. Не надо, ребята. Я вспомнил дорогу. Угу. Кто теперь паркурим? Где вы там есть? Ща их веду. По-моему. Не, я такой же Сусанин. О! Тут проход был. Сюда и пришли, алло. А паладин в Дискорде нет? Да, в Дискорде это хорошо. Так, смотрите, у босса две фазы, это наземная и воздушная. Все вы представляете, что это такое, да? На наземной фазе РДД. Стоите вот здесь. Смотрите, где я сейчас прыгаю. Даже вот так вот стоите где-то и бьете босса, соответственно, сразу с пула. С пула будем давать геру. Милики, начинайте бить босса. Как только босс начнет кастовать погребальный костер, то есть вы должны будете сразу отходить к РДД. Босса я буду начинать танчить, смотрите, вот отсюда, с этого угла. То есть он кастует этот костер, под ним разливается такая лужа, да, которую диспелишь в РС-ке, такая желтая лужа. Я с этой лужи его вывожу, соответственно. Вывел вот так, дальше бьем босса. Он кастует опять этот погребальный костер. И после погребального костра идет сразу же каст сожжения. Это получается перед лицом конусом он бьет 40 тысяч магии. То есть я его буду отворачивать. Если не буду успевать отворачивать, вы просто вот постоянно ходите вот так, когда я его вожу, постоянно ходите и прячетесь за вот эту вот зеленую хрень. То есть чтобы вас АОЕ кастом не слило. Так он будет, по-моему, если я не ошибаюсь, 3 раза ходить. То есть дает погребальный костер, сожжение. Потом опять костер, сожжение. Под второй каст на рандомных людей, на хилов и на ДДшников, на любых, вешается дебаф. Сейчас я скажу, какой. Переохлаждение, смотрите. С этим дебафом заходите в лужу и начинаете бить босса. Любой, даже если ты хил, если РДД, просто заходите в эту лужу и стоите, бьете босса. Там я не знаю, что делать. Главное, чтобы вы были в луже. Алло, раз-два. Смотрите, с переохлаждением заходите в лужу, то есть получается за босса, и так же само дамажите его, т.д. т.п. После того, когда босс заканчивает вот этот каст, ну получается три каста проходит, да, вот,
начинается воздушная фаза. Вот этих трех людей, на которых переохлаждение, берется в контроль. Выводить будем с контроля по одному человеку. То есть как с контроля выводится? Довести до 20% ХП. Когда доводишь до 20% ХП, человек выходит с контроля. Под ним появляется такая лужа темная. Вы должны моментально с нее выпрыгнуть. Да, дотки не вешайте, смотрите. Доводите, то есть точечно бьете. И желательно не критуйте по 40 тысяч по человеку. Смотрите, когда до 20% доводите игрока, он должен моментально выбежать. Под ним появляется такая лужа. Сейчас я скажу, как она называется. Короче, даже не скажу, я ее не нахожу. А, вот, по-моему, волна мрака, да, если не ошибаюсь. Моментально с нее выходите. То есть с этой лужи начинает выходить трэш. Да, трэш я агрю на себя, мы его должны будем сливать. Выводим так по одному человеку. Остальных будете контролить. Соответственно, будем начинать его отсюда бить. Так же самое с противоположной стороны, я это все покажу. Это будет фаза вся повторяться. Ну все, получается, челна ждем. Так вот он, чулан, сиди здесь, он же слышит. Контроль берет сразу, как взлетит, да? Ну да, на тех, кого метка будет. Че, ты запускаешь? Угу. Там же еще трэша какой-то идет, да? С законтроленных типов. Ну это служа. Ну служа, после того, как тебя вывели с контроля, еще трэшак идет. Ну да, да, да. Этот трэш я буду на себя брать. Сколько в контроле? Троих, да? Угу. Да, смотри, вот челан, 3 в контроль, 2 в контроле, лишь одного выводим. Да, одного выводим, до 20% довели. То есть того, кого с контроля вывели, моментально должен будет с лужи выйти. Там под ним появляется такая лужа небольшая. Приоритете там хилы. Отчет я вам дам на пол. Бля, далеко босс. Ладно. Геру с пула будете давать. Скажу милики, отойдете. Геру бьем. Ой, ну зад, когда скажу, будешь на меня кидать эти зубы. Милики, отошли. Все, милики, к РДД идем, РДД отходим. Отходим, 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 двигаемся назад, отходим. Отходим еще. Все, повторяется, опять сейчас касты будут.
Эти пока не бьют сейчас? Нет, все. Отходите, РДД, постоянно отходите, отходите, милики не бьют. Бьют РДДшники только. На ком обморожение, смотрите, заходите. Ой, ну зад, давай зубы, сейчас готовься. Зубы. Отходим, отходим, отходим потихоньку. На ком обморожение, подошли все. Хил или кто там? Три человека должно быть. Три человека должно быть, еще раз говорю. Милики не подходят. Будет сейчас воздушная фаза. Так, все, законтроленные, подходим потихоньку. Край лужи. Пала выводим, остальных контроль. Выпрыгну. Ходи, Пал, выпрыгивай. Стойте, следующего не надо пока. Куда я там, блядь, по текстуру? Контроль. Бред. Падаем. Раз. Нихера, у вас это тандер МЦПУ какой. Че, уже принесли целка, что ли? 9 боссов. Да мы по фулу так сходили, чисто вот по лайту. Мне даже понравилось. Оператор, первого трая всех боссов и лича убили. Оператор, блядь. Ты же знаешь, что ты меня ебешь моими же наебами нахуй. Ну, в смысле, у челона спросим. Ага, ага. Окей. Мастер, тебе нужна погибель на кого-нибудь? Мне гнев нужен. Ну да, она сопротивление дает, чтобы вас контролить лучше было. Я забыл про это. Она дает сопротивление природы, у нас друиды. Вот сопрота идут с вихрей. Леди природы не бьет. Так лапу оставить? Да, оставлять это.
ты медленно ведешь. Я отхожу и стою секунд 10, курю, потому что я не могу бить сквозь текстуры. Чуть выглянуть можно. Либо я буду стоять в луже и бить, либо я не буду бить. Либо мне уходить вот так вот, вот так вот. Так нормально будет? Вот я немножко так же вот... Смотри, разливается первая лужа. Я отхожу от нее, разливается вторая лужа, я стою между лужами. Идет дыхание на 40к, я немного босса разворачиваю, чтобы он вас не дышал. То есть вы в этот момент должны как-то доставать до босса, я не знаю как. Когда он продышал вот это 40к дамага, я его веду дальше. И так это повторяться будет, пока мы его не убьем. Да это я уже понял. Я про то, что, блядь, стоять ждать или, блядь, можно сделать шаг и бить его? Не, можно шаг делать, я вот, допустим... Что, все, спасибо. Нет. Мельком в луже огненно нельзя стоять бить. Не, она дамажит сильно. По 8. Кинул одному вихрь, второму корни. Есть еще два друида, которые могут кинуть корни. Прибежал второй, ой, назад и дал всем фир. Без проблем. Но я не могу кинуть двое корней, чтобы ой, назад, к примеру, не пришел и не дал нам фир. Фир это ну, тоже как опасность, чулан. Тут в тексты проваливаешься к паукам. Вижу, но когда в первые 3 секунды можно дать контроль. Как я это сделал? Одному вихрь, второму корни. Так у нас еще и репитанцы хоч есть. Вообще контроль до хер. Да просто, чтобы человек не дошел до нас. К нам в корнях он может стоять 40 секунд. Пофигу вообще. Просто кинул корни и забил у него болт. Он там будет вечность стоять в них. Скажешь, кого будете выводить, чтобы ему вихрь не дал, то что-то паладину дал бы. Геро. 2 минуты. Бьем тогда так. Мелики отходим. Зубы кидай мне. На ком обморожение зашли. Бейте босса. Зайти с обморожением, да? Да. И выйти потом, да? Нет. Все. Стоять в луже, бить можно, да? Угу. Бей, бей, бей. Сейчас 2 лужи, и босс взлетает. Гера есть, давай сейчас Гера. Если что, тебя в контроль возьмет, это будет хуже. Бля, 4 секунды было, а я Гера дал сейчас уже 5 минут подыграл. Так, подходим на край лужи. Те, кто в контроле, оружие сняли. Хорош. Так, первого Мишу проб выводим. Императора контроль. Вам пизды, да. Вышел, вышел, вышел. Куда корни? Диспыльтесь. Ну,
Контроль императора. Резво. Вышел служа. Контрольте его. Вайда, контрольте. Все контроли войду дали. В корнях держите. Пока трэш не сольем, не выводите. Корни, циклон, давайте, отводим его. Войду доводить? Нет. Трэш лейте. Пока трэш не сольете, цепные не кастовать. Вайда не выводить. Как выводите вайда, вылазит трэш, я набираю трэш, милики будете бить босса, он спускается, и с этой стороны будем его ввести на ту сторону. И повторяется это все так же сам. РДД, соответственно, будете возле купола стоять. Так, фулл захил рейда. Надо выпрыгнуть, да, будет? Что там доводить? Да, да, да. Я же не в контроле. Контроль. Прыгай. Выпрыгнул. Служа вышел. Чулан. Дайте нагреть. Сейчас спускается босс. Играйте по боссу. Мобов будете кливать. По боссу играем. Милики отходим. Отходим, отходим, все отходим. Мобов доливайте как-то РДД. Все, это вся фаза босса. Главное, не прострите. У нас получается еще один раз. Зубы кидай, нет. Зубы кидай, зубы на меня, давай. Где-то давал, по-моему. Так, зайти, да? На ком обморожение зашли? Ой, ну зад, Void Beast и Deadmont. Ой, ну зада будем первым выводить. Пухи не забудьте снять. Ой, ну зада первого выводим. Войд, прыгни в кошака. Чтоб ты там вообще не демажил ничего. Уже? Или чё? Ну да, в кошака прыгни, будь в кошаке, чтоб не хилил, я ничего не делал. А, да, 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 окей. Все. Ой, ну зада сейчас первым выводим, прохил рейда. Остальных контролем. Пала контролем. Войда прохил. Я сейчас притяну. Да, эфир. Бьем. Пала контроль. Владик, прыгай. Служи вышел. Вышел служи. Даете мне мобов на агрить, потом выводите паладина. Хильте. Хильте. Захил, давайте. Че, паладина, да? Или рам? Подожди. Давайте паладина. Друлю корни дайте или что-нибудь. Прыгай, готовься, пали. Корни палу не давайте. Че, доводите. Служи, спалил нормально. Че,
закрыто. Мобов заливаем. Дайте сейчас на агрию, мобов льете. Поребафайтесь там, я вас диспелил. Вайда, контрольте, как хотите. Может, Гера на отрыв ждать? Если есть Гера, давай Геру. Так. Что, сейчас будете доводить? Вайда выводим. Да, да, давайте Вайда выводим. Войд выпрыгнул сразу. Выпрыгнул. Босс спускается. Играйте в босса. Трэш на пул на меня. Под купол РДД, если встань. И хилы тоже. Сейчас клеванет. Милики босса бейте, сейчас спустятся. Скелет. По боссу играем. Надо резать его, слышите? Войд, будешь хилить? Конечно, БР у нас дохуя. БР. Милики, отошли, отошли, милики. Отошли, отошли. Сто рублей. Через 3 секунды зубы кидай на меня. Зубы давай. Чулан, твой назад и второй хил. Войд, будь на хиле. Бейте, бейте босса. Выводим первого чулана. Старфол там слева. Может, успеем еще довести. Бейте, 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 давайте. Сильнее вливайтесь. Милики влились, давайте, там на 7%. Все влились. ГЦ. Квесты там подобрали. Печеньку все ролим. А что тут сложного? Тактика просто. О, посох красивый. А, то есть типа трех законтролить это очень сложно, но окей. Ну, видишь. Нет, Чулан, если бы вот сейчас ты был в контроле, Чулан, бы сейчас вайп. У меня бы сейчас взяло и откатился бы Starfall, это да. Вам тут бы было дело как-то. Сейчас, мы раньше убивали, когда у танка было 52 или 56 кхп. То есть тут сапроты пились, тут сейвы были. Не ну конечно, танку да. Я не понимаю, а там дымак, когда он взлетает, тупо сам по себе идет, что ли? Или от стаков на тебе? Смотри, ну, там он дает костер, костер, потом сожжение. Сожжение первое 100% на тебе добав висит. Второе сожжение тебе уже 200% летит. Третье сожжение там 300% летит. То я имею в виду, когда он на взлетке, что меня бьет вообще? В смысле на взлетке? Он взлетел, по мне какой-то дымак летит. Это дымак, если с лужи кто-то моментально не выходит, по всем дымак идет. А, хорошо, все, я понял. Дайте, посох. Дайте друиду посох, а то он паникует. Дайте ему посох, то посох запал. Просто там что-то прилетало, я не понимал, откуда. Трэш меня не бьет. Это с лужи, нет. Ну, я понял, что типа я не вышел, и дебаф вешается, да. Что за посох? Ну что, у кого посох? А у Вайда на хиле. Посох у Вайда. Посох на ядру, да? Квесты там взяли у кого там? Квесты. Памеры. Ты друид Диси?
Даун дискорд. Это я. Все, ладно, чулан, на следующую неделю мы тебе оставим квест на этот. Я это уже слышал как-то раз. Ну мы долго с этим КД были. Я же говорю, этот просто. Я это просто... слышал, что мы после рейда пойдем, а потом вы днем собрали в понедельник в 12 утра. Я такой, молодцы, ребята, чё. А потом еще собрали на следующий день в 12 утра во вторник. Я такой, заебись, пацаны. Я такой, офигенно мне микстурка помог закрыть, сказал, что оставит после рейда, да, ага, закрыл я, ага, сейчас, блядь. Так приятно было себя чувствовать пару недель назад, когда тебя кинули на КД и на квест, вообще клево. Это все император. Если вы не работаете и, блядь, ходите днем, блядь, не надо только мне мозги ебать, а, пожалуйста. Да, понятно, все, сделаем. Если вы не можете, так, блядь, и скажите. Вот не надо этой хуйни, днем сделаем. Сбор, блядь, все. Сброс КД, хуяк, вы все убили, чулан приходит. А мы все закрыли уже, чулан. Как у тебя дела? У меня, блядь, все нормально. Теперь сделаю, чулан. Давай, ну, короче, если не сделаем тебе квест, то 5000 ГП всем, короче. Да, я согласен, кстати. Все, император всем, всем. Нет, там всем смотри, это только императору. Там час времени убиваем смотрителя, и все, в принципе, на это можно РО. Потом... А че у императора горит? Каждый раз делать это днем. Скажите мне, пожалуйста. У меня горит, у меня не было. Микстурка на меня заходил. Мне вот насрать на эти квесты. Вообще пофигу. Печенька надо. Если у меня там эти усилки нету, блядь, че император у тебя горит на это? В смысле у меня горит на это? Он, ну погибель-то у меня стоял, хуя, да? Ты бросаешь все и, блядь, в 10 утра решаешь, блядь, собрать Кару Гер на допронос, скажи мне. Какой допронос? Смотри, РТ стояла по календарю там на 2 или на сколько-то. Я в этот день на работе. В понедельник. Ну, в понедельник, ебать, я на работе. Рабочий день. Люди работают с 9 утра до 6. По Москве. Я работал с 10 до 10, чулан. Как думаешь, я был дома? Как ты в 12 утра собирался, блядь, закрывать Кару Гер? Походу, клонирование... Это было 2 недели назад, повторяю. А я хер знаю. Вы пошли и закрыли. С утра, в понедельник, в 12. Никто ж не работает. Все ж бездельники ебаные. Да? У всех есть время в 12 зайти, да? А 2 недели назад я уже не помню, чем был. Чулан, ну смотри, на этой неделе мы обязательно тебе закроем.